А средняя зарплата в долларовом эквиваленте выросла с тех пор в 7 раз. Кредиты почти сравнялись с вкладами по годовым ставкам. Не упустите момент, советуют финансисты клиентам банков, полагая, что долго подобная ситуация не продлится. Либо вклады должны стать дешевле, либо кредиты подорожать. В крупнейших банках годовые по депозитам пока повышают. В прошлом июне максимум был 7,85%, а сейчас 9,47%. И уже идут разговоры о плавном повышении ставок по займам. Хотя есть мнение, что к концу года тенденция может измениться, если на кредиты не окажется должного спроса. Две трети россиян в юридическом смысле малограмотны. Это оценки экспертов, которые подчеркивают, что в случае проблем люди чаще просто обсуждают их на кухне, а не решают, к примеру, в суде. Возможно, потому что услуги адвокатов недешевы. Защитить тех, кто считает каждый рубль призван закон, вступивший в силу неделю назад, он дает право на бесплатные юридические консультации, а также на сопровождение дел.